Известные русские романсы и всеми любимые советские песни. Так в Самарском дворце ветеранов решили отметить Старый Новый год. Традиционный праздник, который появился в стране в 1918 году из-за перехода на новое летоисчисление. Это возможность еще раз собраться, кого-то поздравить, кого не успели еще поздравить с Новым годом, подарить подарки, встретиться, поговорить, улыбнуться. Поэтому мы всегда традиционно во Дворце ветеранов отмечаем и Новый год официальный, и Старый Новый год. В концертном зале собрался актив городской организации инвалидов, 70 человек разного возраста. Для них музыкальные и хореографические номера исполнили творческие коллективы Дворца ветеранов. Ольга Пермякова 40 лет проработала в Самарском энергетическом колледже преподавателем и замдиректора по воспитательной работе, но все время занималась творчеством. Более 10 лет выступает в музыкальных коллективах на сцене Дворца ветеранов. Нужно собраться, независимо от того, погода или, может быть, здоровье. Нужно собраться, нужно одеться, подкраситься и прийти, потому что здесь будет много людей, которые пришли за радостью, которые пришли, чтобы отдохнуть. То есть, если бы этого не было, можно было бы зачахнуть где-то в домашних каких-то делах, хлопотах. Вот люди взрослые приходят, они такие же, как дети. Им все нравится, они радуются вот всему, что говоришь, они так аплодируют. Вот ты на их глаза посмотришь, хочется им петь и петь и петь. А пока зрители смотрели номера и отвечали на вопросы Снегурочки, в фойе Дворца ветеранов добрый Дед Мороз готовил для гостей сладкие подарки. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.